HBO World Championship of the World. Courtesy of TVKO and HBO. From South Auckland, New Zealand, ladies and gentlemen, presenting the two Lennox Lewis. Сейчас сидит в тюрьме. Повернуться. Вот этого правого перекрестного удара в голову. Леннокс Льюис знает, чего опасаться. Надо опасаться. От этого давления от борцовской сверху перекрестным ударом и снизу. Его способность действовать в высоком темпе и в его качествах это его выносливость. Леннокс Льюис выцеливает решительное пока что. Номер один в современности. Эммануэль Стюарт. Да. Именно в такой вот. Вот вам, пожалуйста, тот самый джеб и грэб. Крюк. Главное, не пропустить. Смущает собственный промах. Его настойчивость. Про это Лекс Льюис знает кое-какие трюки, которые, в общем, сверху, я вам говорил уже. Чемпиона. Леннокс Льюис. Пытается вывести самого себя на удар по-прежнему быстро. Но ему нужна своя дистанция. Очень нерешительно действовал. Четвертый раз. Конечно, без ударов туловища, без обработки. Если он будет доходом от такой вот тягучей немножко манеры, в общем, публике не нравится. Дэвид Туа это боец одного измерения. Кто кого измотает своего противника. Да, сильно возбужден, более настойчив. Попал без страха и упрека. Он смел внезапную атаку Леннокса Льюиса. Право попал. В общем-то, надо признать, что ведет он себя. Очень хорошо готов. Горячится, мне кажется, тренеру. Раньше быстрее. Как говорится, дело труба. Вот останавливаться только нельзя. Леннокса Льюиса пятится. Игра. То прессинг, прессинг и прессинг.
его. Все хотят. Тем не менее, занимается масса аналитиков. Все, кто... У него очень неплохие нервы. Достаточно хорошая психика для этого. Я в этом движении. Что ему нужно, конечно, сейчас Лексу Льюису? Он чувствует себя свободно. Он понимает, что Туа не может ничего... позиции Туа перед атакой заканчивается. Восьмой раунд. Льюис, конечно, сейчас будет действовать комбинационно. В принципе, конечно, просто длинные руки, его нежелание. Знает, откуда грозит опасность. В девятом раунде Туа потерялся. Это трюк. Может быть, он пытается усыпить Ленокса Льюиса. Определенного ритма внутреннего Дэвид Туа. Его сломать не удалось в этом эпизоде. То сделать победу нужно, что Туа может донести свой удар. Но. Именно этого они опасаются и берегут цепи. Он контролирует все передвижения. Почему? Потому что вся его мощь сосредоточена в этом. Валтуа. В углу. Хороший бой, хороший бой. Финальный раунд боя за звание чемпиона. Да. Позицию. И как только на ней укрепляется Туа, конечно, Ленокс Льюис выглядит аккуратно, без лишнего риска, который, конечно же, полон напряжения. Победу, прямо скажем. Боксерская общественность, что называется. Как Мухаммед Али. Jerry Roth scores the bout 117 to 111. The United Heavyweight Champion of the World, Lee!